Всем привет! На нашем канале идет выпуск серии о Мальдивах. Старейшим курортом на Мальдивах является Курумба. Так на местном языке называется недозрелый орех кокоса. Он размещается на острове Вихаманафуши, остров без ядовитых растений, который можно полностью обойти за 20-30 минут. Отель Курумба расположен в 3 километрах от международного аэропорта Мале, что в 10-15 минутах езды на скоростном катере. Курумба Мальдивес – это остров с широким выбором вариантов размещения, многообразием баров и ресторанов. Под действием северо-восточных муссонов климат сухой с ноября по март и под действием юго-западных муссонов дождливый с июня по август. Жаркая погода весь год, температура воздуха от 24 до 30 градусов, температура воздуха никогда не опускается ниже плюс 17. Тропический остров находится в северном атолле Мале, буквально в 10 минутах от столицы. Остров получил свое название по виду пальм, которыми усыпано все побережье. Отель Курумба является одним из лучших. Здесь вас встретят уютные роскошные сады, белоснежные пляжи и разноцветный пестрый коралловый риф. Курумба Мальдивес знаменит не только своей беззаботной атмосферой, когда не хочется ничего, кроме мерного покачивания в гамаке. Буквально в нескольких минутах езды находится пляж, известный во всем мире своими прибоями и волнами. На атолл Северной Мале приезжают серферы со всего мира. Дайверы по достоинству оценят яркий подводный мир местных коралловых рифов. От пристани ходят лодки с прозрачным дном, через которые вы можете полюбоваться рыбками. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал, гуляй по миру и получай новые интересные видео.